У здания Барнаульского речного вокзала появился новый владелец. Его и участок земли на берегу Оби приобрел предприниматель Надар Шония. По непроверенным данным, сумма сделки достигла 500 000 000 рублей. Сам Надар Шония сделку пока не комментирует, но обещает озвучить детали будущего проекта в начале следующего года. Между тем, многие барнаульские архитекторы отмечают, будущее преображение речного во многом повлияет на весь архитектурный облик Барнаула. На этом месте может быть новый архитектурный символ города, который будет работать как на внешний силуэт, так и для внутреннего пространства города. Новое здание наполнит его новыми свойствами и новой функциональностью, привлечет потоки людей к площади и набережной, продолжительность которой можно будет увеличить. Напомним, здание речного вокзала было построено в 1985 году. В разные годы в нем размещались офисы, торговые организации, общепит. В последнее время оно было практически невостребованным. Эксперты надеются, что реновация вдохнет новую жизнь в когда-то весьма значимый объект, а также в прилегающую к нему территорию.